Вообще события последнего месяца показали, что в принципе все парламентские партии, за исключением партии ПАС, которая всего 15 мандатов, все 85 депутатов, которые в принципе представляют практически весь спектр молдавского общества. Угу. Хотим мы, не хотим мы, но за каждой партией есть свой избиратель. За платформу, да, голосовали за Настаси, за демократов голосовали, за социалистов голосовали, за Шора тоже голосовали. 120 тысяч человек, что? Это что, не люди? Они что, изгои, что ли? Это тоже люди, которые поверили Шору. Хотим мы, не хотим, юстиция как работает, но тем не менее, за каждую из этих партий проголосовали люди. Если их число объединяется, объединить и прибавить, и приплюсовать. Я думаю, что я этого не делал, как бы, да, ну, не считал. Но я уверен, что количество проголосующих будет примерно столько же, сколько голосовали за Майю Сандерс, и не больше, если приплюсовать всех. У меня вопрос. Почему парламентское абсолютное большинство 85 депутатов должно идти на поводу 15 депутатов? Почему? Вы меня спрашиваете? Нет, риторический вопрос для наших зрителей. И вы вот говорите, кто выиграет, тот, кто политик, который прислушивается народу. Я прекрасно понимаю политический Майю Санду. Она тоже говорит, что и народ ее делегировал, чтобы были изменения. Да? Якобы она прислушивается к народу. Угу. Но вопрос в другом. Мы все хотим политических изменений. Но мы хотим это сделать тогда, когда страна, когда общество выйдет из этой пандемической пропасти. Угу. И это не высокопарные слова. Я понимаю, что оно звучит, как будто вот мы прикрываемся пандемией. Нет, мы не прикрываемся пандемией. Мы просто... Люди просто... Не, ну, те люди, которые да не столкнулись... Простите, прикрываться. У нас 11 тысяч заболевших. К чем тут прикрываться? Те люди, которые не столкнулись с госаппаратом, которые не знают, как работает правительство, к сожалению, не понимают, что такое, когда нету правительства, полноценного правительства. Сейчас правительство – это костыль. Это люди, которые сидят на чемоданах, да, часть людей. Другие люди не понимают, кому подчиняться. Президенту, премьеру, правительству. Третьи люди не понимают, хотят делать какие-то вещи, но у них ограничены полномочия. И вот все люди сидят в заложниках у одного политика, у которого идея фикс – досрочные парламентские выборы. Только по одной причине эта идея фикс. Потому что ей кто-то из политтехнологов и кто-то из советников сказал, что чем дальше будут досрочные выборы от твоих президентских, тем у тебя упадет рейтинг. И вот вся страна в заложниках от того, что человек хочет реализовать свои политические амбиции своей партии.